И я объявляю о пятом поединке сегодняшнего турнира. В синий угол приглашается Ильхом Захидов! Клуб «Питбуль». Бойцу 25 лет. Его вес 68 килограмм. Рост 172 сантиметра. Один профессиональный бой по жесткой версии драка. Одно поражение — город чувств. В красный угол я приглашаю чемпиона Хабаровского края по тайскому боксу. Двукратный чемпион Хабаровского края по кудо. Чемпион Хабаровского края по ММА. Воспитанник спортивного клуба «Росич» Артем Фортунатов! Аплодисменты! Спортсмены на центр ринга. Первый раунд. Yes.
Для награждения в ринг приглашается Константин Яковлев. В этом поединке удушающим приемом победу одержал Артем Фортунатов! Награждает Константин Яковлев, компания «Сирион».